Всем привет! С вами Рувим, Евгений Залистовский, Саня и Марат. И Шаня. Владимир и Малер ТВ. Александр и Николай. Я Михаил Безяев. И сегодня мы хотим от всей души поздравить вас с новым 2014 годом! Ура! Желаем вам в новом году неисчерпаемого здоровья, удачи во всех начинаниях, море позитива, больших и очень больших объектов, меняемых, ну, адекватных, да, заказчиков, чтобы было комфортно работать. Чтобы у вас и у вашего инструмента никогда не садилась батарейка в самый неподходящий момент. А здоровья и всех семейных и личных благ. И удачи. Погоды, счастья. Для всех, для каждого. Верь в себя, ставь перед собой цели и иди, несмотря ни на что. Не стесняйтесь познавать новое, берегите свое здоровье. Всем отделочникам и строителям, чтобы вам всегда сопутствовали идеальные условия, попадались качественные материалы. Желаю хороших строителей вам, вот как и своим коллегам-строителям я желаю хороших заказчиков. Перед нами стоит более какая-то светлая цель. Чтобы каждый ваш объект вы делали на одном дыхании. Гигантских успехов, хороших объектов, приятных заказчиков. Чтобы каждый обзавелся более современным, лучшим инструментом. Чтобы из YouTube вы черпали для себя что-то новое и полезное для вас. Долгой жизни. Пополнение арсенала. Арсенала опыта, арсенала знаний и арсенала вашего оборудования. Терпение, больше понимания того, чего вы хотите. Хотелось бы всем пожелать, чтобы количество таких теплых семейных вечеров, как новогоднюю ночь, было ровно столько же, сколько время, проведенного нами на работе. Никогда не ставьте перед собой рамки, всегда расширяйте свои возможности, стремитесь к большему. Просто все офигенно, чтобы у вас все было ровненько, гладенько и просто шикарно. Всем желаю крепкого здоровья, семейного благополучия и удачи в следующем году. Чтоб все печали и невзгоды остались в прошлом году. А в новом году, чтоб к вам пришел новый опыт и новые хорошие объекты. А еще я бы хотел пожелать всем строителям поменьше пить, курить, а лучше вообще бросить эти вредные привычки, чтобы дела у вас шли гораздо лучше. Дело в том, что у нас собралось некоторое сообщество профессиональных строителей, видеоблогеров, которые любят делать свою работу, и при этом какие-то интересные вещи мы всегда выкладываем в интернет. Ну, не всегда, но стараемся это делать. И еще одна новость, которую хотелось бы вам сообщить. Мы запускаем новый проект. Мы – это строительные блогеры, которые присутствуют в данном видео. Именно в эту новогоднюю ночь мы запускаем совместный проект, и в течение целого года будем радовать вас совместными клипами, совместной работой. А если пожелают наши будущие инвесторы, то мы все готовы отправиться на ваш объект и работать все вместе ради вас, ради нас, для того, чтобы всех нас радовать какими-то необычными решениями, делиться своим опытом, получать новый опыт. Я думаю, что будет интересно. То есть вот эта деятельность, ремонт и отделка, она не столь материально оценивается высоко, чтобы ею заниматься всю жизнь. А мы ею занимаемся, потому что нам это нравится. Хотелось бы обратиться к нашим будущим инвесторам. Итак, будущие инвесторы, как вы уже знаете, мы решили объединиться. Мы – это строительные блогеры, которые занимаются своим делом и параллельно освещают те проекты, на которых они работают. Вот наше предложение к вам. Если у вас есть какой-либо интересный проект, которым вы хотели бы поделиться и о котором вы хотели бы рассказать еще на стадии его работ, наше предложение к вам следующее. Мы могли бы все вместе собраться на вашем объекте, работать на нем и освещать какие-то интересные, уникальные моменты. И о вашем объекте будут знать десятки тысяч человек еще до того момента, как он начнет функционировать. С Новым годом вас, товарищи, друзья, коллеги! В этот Новый год мы хотим открыть бутылку шампанского, чтобы выпить за нас, строителей, отметить этот праздник, чтобы он был
счастливым в этом новом году. Все мечты сбывались, чтобы все было очень-очень хорошо. Ну, не открывается. Со взрывом попробуем. Блин, мы походу лампочку разбили. Ладно. С Новым годом! С Новым годом! До новых встреч!